Друзья, приехали в следующий магазин Walmart посмотреть здесь ланчбоксы и, может быть, какие-то рюкзачки, ну и немножечко купить фруктиков и яблочное пюре. Давай. Завтра Алексей начинает гимнастический лагерь. Нам нужно купить... Вот она только после гимнастики закончила. Нужно купить нам немножечко ей, чтобы положить ей ланч. Что возьму вас с собой, пойдем посмотрим, что у них есть. Вот эти вот темные сами. А, да, сняли. Яблочное пюре. Вот оно, Алексеня. Но есть паучи, из которых ты любишь. Вот, видишь? Ты хочешь с йогуртом или ты хочешь яблочко? Что еще есть? Алексеш, вот они. Вот они. Вот они. Вот, бери вот это внизу. Он unsweetened, который healthy. Ага. Такой вот, без сахара. Хорошо. Апельсос взяли. Что дальше мы хотели с тобой? Идем. Хорошо, пойдем. И мы хотели с тобой ланчбокс, да? Подожди, я хотела черную фасоль купить. Черную фасоль. Алексеюня, подожди. Лекси, подожди маму одну баночку черной фасоли. Окей, пойдем дальше. Игрушки. Вот Барби. Ну вот выбери. Или какую-то маленькую девочку. Under $6, помнишь? Хорошо. Мой самый любимый отдел в детстве всегда был Барби. Или тоже, мои девочки тоже очень любят их. Давай, какая тебе нравится? Вот Gymnast. Gymnast? And it's $7. Я могу... Не, эти тенды, Ксюша, что-то under нужно. Что-то. Еще. Вот балерины Барби. Так, много всего. Лекса, может, ты хочешь, смотри, тут одежда есть, обувь есть для Кена. Нет. Аутфитс? Может, аутфитс хочешь? Ой. Аутфит уронил. Наборчики. Некоторые скоро будут на распродаже в августе, сентябре. И вот тогда люди начнут покупать на Рождество подарки. Очень удобно, кстати. И экономно. Ну что, Алексей? Что хочешь? Окей. Бери. Так, теперь мы в правильном отделе. Нашли все для школы. Сейчас будем смотреть. Окей, Алексей, он вот такой маленький insulated. Окей? Сейчас я тебя найду. Инсулированный контейнер. Да, да, посмотри, открой. Вот они, эти контейнеры. Они, ой, металлические и держат... Сколько? 5 часов. Лекси, 5 hours it will hold hot. Они держат горячее. Я могу Лексе горяченькое что-то с собой дать. Она там это будет кушать. Нравится, Алексюш? Вот ланчбокс. Окей, синенький. Синенький будешь? Хорошо. Нет, bigger one тебе не нужен. Это для взрослых большие. Хорошо, идем. Еще я хотела тебе... Ланчбокс, ну, наверное, здесь. Водичка у тебя есть, да? Water bottle у тебя есть, но она не нужна. Окей, бутылки нам не нужны. Да, спроси, скажи, where are the lunchboxes? Окей. Окей. Не, Лекси, other ones, they have more. Да, вот сюда, back to school там. Вот back to school, видишь?
все тебе купим тут. О, вот, Лекси, вот сюда, я нашла все, иди сюда. Вот он этот отдел, back to school. Мы придем сюда через неделю, Лекси, и будем покупать все для школы. Бутылки, контейнеры. Видишь? Lunchboxes. О, какой классный. Какой? Вот этот? Точно? А ну, открой его и посмотри. Очень красиво, мне тоже нравится. А вот еще один insulated. Давай. Can we get that one instead? Yeah. Такой хочешь? А вот нашли еще один. А ну, открой этот. Открой его и посмотри, как он тебе нравится. Какой? Очень классный ланчбокс. Нравится? Я могу поставить кетчуп здесь и фрай. Ну давай, открой этот контейнер и посмотри, если тебе нравится. Все есть. Мы с тобой спокойненько придем, все купим. И фломастеры, и скотч. Классно. Нравится такой, хочешь? Yeah. Все, покупаем такой? Ну, смотри, какой он классный. Хорошо, давай, закрывай его. Конечно, конечно. Давай. Подожди, тебе нужно blank или... поставь его на место. Я осталась последнее купить и бегом домой. У меня сейчас Zoom встреча, надо успеть. Наверное, с другой стороны. Пойдем вокруг. Пойдем вокруг, посмотрим, зайчик, иди сюда. Где картошечка тут? Сейчас, подожди, я возьму твой любимый йогурт, сейчас. Вот Лексюня. Выбирай какую. Есть waffle fries, есть такая fries, есть curly, есть такая, crinkled. Какую? Окей. Вот она. Вот она, давай, держи. Все, взяли, поехали. Идем. Все купили, да? Пойдем. Ты катай, Лексюш, катай, чтобы мы с тобой успели. Ну все, поехали. Все купили. Мама, okay, мы вернемся еще. Будем school shopping делать и вернемся. Осторожно, осторожно. Иди вокруг, вот так сюда. Вот так иди. Все. Все купили и поехали. Успели. Так, Ксения. С тобой так классно гулять. Пойдем чекаут, сделаем, заплатим. Ребята, мы уже приехали домой. Это, в принципе, две вещи. Самые важные, зачем мы ходили в Walmart. Ну и еще мы посмотрели, погуляли, рюкзаков не нашли. Лекси сказала, что у нее есть один новый рюкзак, который ей подарила лучшая подружка в прошлом году, когда она сломала ручку свою. И она будет использовать его. Так что он тоже розовенький. В общем, она себе выбрала сегодня ланчбокс. Вот такой вот, я его уже открыла. Вот такой вот ланчбокс. Он материал такой шершавый, довольно-таки плотный. Очень классный, приятные очень цвета, и внутри он тоже водонепроницаемый и моющийся, то есть его можно помыть, высушить и дать обратно ребенку в школу. А вот эти контейнеры, я, наверное, не объяснила, это значит контейнер, который как инсулированные
как металлические бутылки, которые держат 7 часов, 12 часов холод. А этот контейнер еще держит горячее 5 часов. И мы его взяли, ну, раньше я, когда мои девочки были по младших классах, я им всегда клала супчик или пюре с котлеткой, или гречку там с мяском. В общем, эти контейнеры для всего, их, конечно, нельзя ставить в микроволновку. Ну, потому что это металл, естественно. Но они держат тепло, тем они и хорошие. Этот контейнер был $9. Лекси выбрала этот цвет. Там было, по-моему, только два цвета. И ланчбокс был $9. В общем, заплатили $18. Ну, где-то $20 с таксами. А через неделю мы уже пойдем и будем покупать все к школе конкретно. Мы распечатаем списки и пойдем с девочками. Так что подписывайтесь на наш канал и не пропустите ни одного видео. Пока-пока, ребята!